Доброго времени суток всем, кто заглянул на мой канал «Маленькие женские штучки». Меня зовут Ирина, и я рада вас приветствовать. Сегодня я хочу поделиться с вами своими покупками. Совершила я их не за один раз и в нескольких магазинах, но тем не менее накопилось у меня их достаточно много, и мне хочется поделиться с вами и объяснить, почему я совершила те или иные покупки. Начну я с самой большой покупки. Я купила себе вот такой замечательный зонтик-трость. Вот такой сиреневый, белый горох. Не знаю почему, но мне он очень понравился. Купила я его себе в гипермаркете «Лента». И стоимость этого зонтика 499 рублей 90 копеек. Начала я именно с зонтика, потому что он мне мешал здесь. Ну и вообще, это такая летняя покупка. Я в прошлом году потеряла свой зонтик. Я очень люблю зонтики-трости. И, в общем, не удержалась и купила еще один. Следующая покупка также совершена мной в «Ленте». Это три вот таких маски от фирмы «Шери». Первая маска – это антиоксидантная «Зеленый чай». Это тканевые маски. Она у нас повышает защитные свойства кожи, нейтрализует негативное воздействие свободных радикалов, эффективно борется с возрастными изменениями, активизируя восстановительные процессы. Но я думаю, что зеленый чай для кожи – это всегда хорошо, ну и не только для кожи. И я такие маски еще ни разу не пробовала, вот не удержалась, купила. Вторая маска тоже зелененькая – это маска с алоэ вера. Интенсивное увлажнение, коллагеновая маска для лица восстанавливает естественный уровень влажности кожи и поддерживает его в течение долгого времени. Так что у меня появилась такая прям увлажняющая маска на тканевой основе без вроде как лифтинг-эффекта. И последняя маска, это маска с лотосом. Вот это как раз таки плацентарная маска для лица лифтинг-эффект. Восстанавливает тонус кожи, разглаживает морщинки и предотвращает появление новых. Подтягивает контур и улучшает цвет лица. Кожа обновляется, становится гладкой и упругой. В общем, как обычно, здесь у нас нетканное полотно, которое обработано сывороткой. Наносим мы его на лицо. Лежим, наслаждаемся. Везде написано 15 минут. Да, через 15 минут снимите маску. В общем, попробую, расскажу о своих впечатлениях. На самом деле, мне нравится пробовать тканевые маски и рассказывать вам о них, потому что они такие достаточно интересные. И вот у Шери как раз таки я не пробовала еще ни разу тканевые именно маски, именно тканевые. Следующая покупка совершена мной в магазине «Золотое яблоко», когда я покупала косметику от Vivienne Sabo. Я купила себе ватные диски от компании Bella. Это 100% хлопок. И вот они на самом деле шикарные. Вы видите, я уже их открыла и попробовала. Вот если в прошлый раз я разочаровалась в дисках от «Я самая», да, то вот эти, они просто великолепны. У них мало того, что прошит очень хорошо край, у них еще нанесено на верхнее покрытие такой рисунок в виде сот, что ли, я не знаю, как это по-другому сказать. И они вообще не рассыпаются, они очень плотные, они не тянутся за молочком, когда я совершаю демакияж. Кроме того, они достаточно тоненькие и не набирают на себя очень много продукта и хорошо отдают его лицу. В общем, я очень довольна этими дисками. Их цена 69 рублей 50 копеек, здесь у нас 120 штук. Следующие покупки совершены мной в гипермаркете «Наш». И первое, что я хочу вам показать, это мой любимый антиперспирант невидимый «Гарниер Минерал». Обожаю его, я уже это 380 раз, наверное, говорила, поэтому сильно рекламировать не буду. Но даже вот сейчас летом, когда жара и влажная, и все равно мы все потеем, становимся липкими, он замечательно выполняет свои функции. Цена этого дезодоранта 149 рублей 90 копеек, подорожал он у нас тоже. Дальше я наконец-то купила себе солнцезащитный крем для загара. И в этот раз я решила попробовать вот такой солнцезащитный крем от компании «Чистая линия». До этого я всегда покупала себе «Гарнье» или «Нивею», но в этот раз я пришла и прям сильно расстроилась, потому что у нас «Гарнье» и «Нивея» перешагнули уже там хорошо за 500 рублей, а расход у этого средства достаточно большой, поэтому вот я решила попробовать вот этот от «Чистой линии». Здесь SPF 30 и стоит он 259 рублей.
написано, подходит для детей от 3 лет и взрослых, для светлой, чувствительной и детской кожи. Поэтому, ну, попробую расскажу. В общем, мне на самом деле очень нравится. Здесь у нас сок алоэ и кедровое масло. В смысле, нравится покупка. Не пробовала еще ни разу. Вот выйду в сад, попробую в первый раз. Также для сравнения я купила себе вот такой небольшой бутылек. Это мое солнышко, тоже солнцезащитный крем. И здесь уже SPF 50. И он предназначен для максимальной защиты детской кожи. Поэтому я вот хочу попробовать. Стоимость этого крема 119 рублей ровно. И на самом деле хочу посмотреть, какой окажется лучше. Вообще, я, когда их уже купила, и мы с Сережей зашли в магазин «Подружка» для того, чтобы купить мне радиант более светлый, я расстроилась, потому что там был флоресан, который я уже тоже пробовала, и на него была акция. Но я поняла, что еще там купить еще себе вот 33 бутылька прямо сейчас не хочется, поэтому в течение лета, наверное, еще и флоресан прикуплю. Но сейчас вот попробую вот эти кремы. Давайте покажу вам, что еще я купила себе в магазине «Косметичка». Первое, что хочу показать, это вот такой матирующий лосьон с антибактериальным эффектом от 100 рецептов красоты. Я так думаю, что должен он выполнять свои функции, потому что в нем содержится сок лимона, настой мяты перечной и масло чайного дерева. Ни разу не пользовалась тониками от компании 100 рецептов красоты. И как бы, ну и вообще я не сильна в ассортименте продукции этой фирмы. Поэтому вот мне показалось, что я совершенно зря обхожу эту марку своим вниманием и решила я купить, попробовать. Стоимость этого лосьона 62 рубля 90 копеек. Здесь у нас 100 миллилитров. Ну, по-моему, очень так бюджетно и интересно. Ну и попробую, расскажу о своих впечатлениях, потому что скоро у меня закончится мой лосьон от Garnier, и мне очень хочется попробовать что-то новенькое. Также у меня заканчивается моя любимая гигиеническая помадка от компании 100 рецептов красоты, кстати. И я решила купить себе, попробовать вот такой обычный бальзам Baby Lips. Я очень люблю персиковый. Мне очень нравится и тон, который он придает губам, и действие его. А вот обычный вот такой беленький я еще ни разу не пробовала. Поэтому я подумала, дай-ка я попробую, прикуплю. Стоимость этого бальзама 119 рублей ровно. И на самом деле мне очень интересно. Вот ждала, чтобы вам показать, и у меня прям вот прям днями закончится мой бальзамчик от 100 рецептов красоты. Также я купила гель для бровей от компании Art Visage. Я от него просто в восторге. У меня заканчивается мой гель от Vivien Sabo. Я вот прям жду того момента, когда я снова начну пользоваться Art Visage, потому что от Vivien Sabo, конечно, он неплох, но этот все-таки, наверное, не переплюнет ничто. И плюс на него была акция, он мне достался за 93 рубля 90 копеек, и я просто вот прям в восторге. Единственное, что меня пугает, они сменили упаковочку, и я боюсь, как бы не стало это средство хуже, потому что у нас, как правило, меняется упаковка, становится хуже средство. Реклама на телевидении, в YouTube, ВКонтакте просто кричит о том, что «Черный жемчуг» выпустил новую линейку очищения кожи. И я знаю, что то, что я купила, это не новая линейка, но я подумала, что мне очень интересно попробовать. И я купила освежающий гель для умывания с водой для нормальной и комбинированной кожи. Я смотрела новую линейку и подумала, что она как бы дороже уже, да, и подумала, что я ни разу не пробовала черным жемчугом там умываться, но вообще я не очень сильна в продукции черного жемчуга, так же, как и 100 рецептов красоты. От черного жемчуга мне очень понравилось шелковый крем для тела, и я решила вот попробовать что-то еще. И этот гель для умывания обошелся мне в 83 рубля ровно. И я подумала, что если мне понравится вот эта линейка, то я куплю новую линейку тоже попробовать. Второе средство, которое я купила из этой же линейки, это вот такой нежный скраб для лица «Черный жемчуг», также очищение и уход для нормальной и комбинированной кожи. В этом флаконе 80 миллилитров, и обошелся он мне также в 83 рубля ровно. У меня скоро заканчивается мой скраб от «Чистой линии», и вот мне будет очень интересно попробовать вот этот скраб. И как раз я думаю, что скраб от «Чистой линии» и умывалка от «Фаберлик» у меня закончится примерно одинаково, и я вот запущу вот такую новую линейку по очищению и уходу. На самом деле это все, и в этом месяце, не считая Vivien Sabo, вот это все мои покупки, и
На самом деле я и так считаю, что я их сделала достаточно много. Я ранена в руку и могу дать вам только один совет. Если у вас падает нож, не ловите его. Не надо. Это было все, что я хотела сегодня вам рассказать, показать. Я благодарю вас за то, что вы провели все это время со мной. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на мой канал, заходите в мою группу ВКонтакте, возможно, там вы найдете для себя что-то интересное. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Всего доброго, до свидания.